Добрый день, приветствую вас на канале проекта Финсоветник. Это видеоприглашение на программу «Инвестиционный фундамент». Меня зовут Александр Иванов, я автор программы. И в этом видео вы узнаете о программе «Инвестиционный фундамент». Состоит она из двух частей. Первая часть – это двухнедельный курс, где вы сможете изучить основы инвестирования с нуля. Смысл в том, что перед тем, как сесть за руль автомобиля или даже сесть на пассажирское кресло, нужно изучить правила дорожного движения, не открывать дверь автомобиля во время езды и так далее. Вторая часть – это подписка на инвестиционные рекомендации, та самая поездка на автомобиле, где за рулем сидит профессиональный личный водитель. Вы получаете информацию о том, во что я вкладываю свои деньги, плюс аналитику от нашей команды, которая поясняет, почему те или иные инвестиционные возможности привлекательны конкретно сейчас. Программа учебная, двухнедельная, состоит из следующих занятий. Сначала мы изучаем инструменты инвестора и основные понятия, чтобы вы легко ориентировались в мире инвестирования. Мы это рассматриваем на простейших аналогиях. Например, на занятии номер 2 мы будем рассматривать поход на овощной рынок, чтобы купить картофель. Затем мы рассматриваем подходы к анализу инвестиций, как можно анализировать ценные бумаги, как мы управляем портфелем, как мы распределяем деньги. Затем мы рассмотрим ловушки и типичные ошибки, то есть как не потерять деньги на инвестициях, как выбрать брокера и как работать с информацией, чтобы на инвестирование вы могли уделять 1-2 часа в неделю и чтобы этого было достаточно. Начало программы 26 мая. Вебинары проходят в 21:00 по московскому времени. Если вы вдруг какой-то вебинар пропустите, не беспокойтесь, у вас на руках будут записи. Записи доступны сразу же после окончания вебинара. Все сделано для вашего удобства, то есть от вас единственная задача – это посмотреть эти занятия. У вас будет доступ в чат участников программы, чтобы обсуждать вместе с другими начинающими инвесторами какие-то инвестиционные вопросы. И я буду тоже в этом чате. У нас действует гарантия возврата денег. Если вдруг после трех занятий вы чувствуете, что что-то не так, вы можете получить стоимость курса обратно. Мы рассматриваем следующие инструменты в рамках программы. Это валюта, акции, облигации, ETF-фьючерсы и два новых инструмента, которые мы добавили в программу весной. Это инвестиции в компании, в частные компании через займы, а также покупка акций на IPO. Несколько дней назад вы могли видеть на канале видео о том, как акции Dropbox после IPO выросли за день на 35%. Вот как раз это ровно про историю участия в IPO. Смысл программы в том, что она базируется на практике. То есть это не заунывный, занудный учебник по экономике, это разбор реальных кейсов на занятиях. Кроме того, после каждого занятия вам предоставляется небольшой тест, чтобы вы проверили свои знания. Кроме того, у нас есть два больших теста по итогам каждой из двух недель учебной программы и бонусные практические упражнения для тех, кто хочет самостоятельно что-то анализировать. То есть здесь уже на ваше усмотрение, сколько вы хотите времени уделить на практику. Суммарно у нас более сотни тестовых вопросов и несколько практических упражнений. Ответы на вопросы вы сможете получать не только во время курса, но и после него, когда вы начнете инвестировать. У нас для этого есть специальный канал для поддержки наших клиентов. Сервис инвестиционных рекомендаций представляет вторую часть программы. Сам сервис существует с 2015 года. Это готовые советы, где указывается, что по какой цене покупать, что по какой цене продавать. Мы отвечаем на ваши вопросы. У нас есть база знаний, а также есть аналитическая база, в которую входят обзоры как конкретных компаний, так и отдельных секторов и всего рынка, где можно найти обоснование по инвестиционным идеям, рекомендации по тому, сейчас больше акций покупать или сейчас лучше деньги подержать в других инструментах, скажем, в займах компаниям или в облигациях или где-то еще. Примеры кейсов из инвестиционных рекомендаций вы сможете найти в ссылочке под этим видео. Примеры рекомендаций, как они приходят, вы можете увидеть сейчас на экране, то есть указывается, что продается или покупается и по какой цене.
У нас реализовано уже несколько десятков кейсов заработка, из них часть описана на нашем сайте, вы можете по ссылочке посмотреть. Вопрос, как часто нужно совершать какие-то действия, в среднем одно действие раз в 1-2 недели. То есть мы не занимаемся ежедневным трейдингом, мы не сидим круглосуточно за компьютером, мы делаем раз в неделю какую-то инвестицию, чтобы час-два в неделю для вас было вполне достаточно, чтобы уделять вот именно такое время на инвестирование. Также отдельные кейсы, когда акции выросли, например, на 10%, а мы заработали на них более 50%, вы также можете найти на страницах нашего сайта, в частности на странице, ссылка на которую вот здесь вот указана. У нас есть 4 формата участия в программе. В базовый формат участия входит сама программа и все записи, в стандартный и последующий пакет участия входит еще и подписка на инвестиционные рекомендации на 12 месяцев, на 4 года или на 5 лет, а также, возможно, и индивидуальные консультации на VIP-пакете участия. Какие есть гарантии? Гарантии доходности запрещены законами Российской Федерации. То есть, в принципе, я не могу вам сказать, что я вам гарантирую доходность там, 20, 30, 40, 50% годовых. Это запрещено. Главная гарантия, которую вы можете получить, это то, что вы получаете информацию о том, во что я вкладываюсь. То есть, в каждую инвестицию я вкладываю свои деньги, то есть, я ставлю их на кон. И гарантия возврата денег, если вы записываетесь на программу в течение первых 3 занятий, вы понимаете, что это не для вас или вам что-то не нравится, вы можете получить деньги обратно. Это делает ваше участие безопасным. У нас уже более сотни отзывов. Ссылочка также под этим видео. Вы можете найти отзывы наших участников как раз по этой ссылочке. Обратите внимание, у каждого отзыва всегда есть имя, фотография, дата. То есть вы можете проверить, что все отзывы, которые мы собираем, реальны. Их оставляют реальные участники. Кто-то оставляет их сразу после окончания учебной программы. Кто-то оставляет спустя какое-то время, когда получена прибыль. Словом, есть много разных вариантов. Итак, вы узнали из этого видео, из чего состоит программа «Инвестиционный фундамент». Это двухнедельная учебная программа плюс подписка на готовые инвестиционные рекомендации. Старт 26 мая уже завтра. Приглашаю вас присоединиться к программе. Детальное описание и запись доступна по вот этой вот ссылочке. Она также продублирована под этим видео. Большое спасибо за внимание. Желаю вам успешных инвестиций. Буду рад, если вы присоединитесь к нашим программам. Ну и надеюсь, что в будущем ваш отзыв тоже пополнит нашу коллекцию отзывов.